Собирайтесь, пойдемте в бассейн. Ой, как спать еще хочется. Полежу я минуточку. Смотрите, я купальник переодела. Нужно теперь выбрать туфельки, шляпку и... Сколько у нас туфель? Какие же у меня туфли? Подойдут вот эти красные. Алиночка, что делаешь? В лор играю. Алина, у меня для тебя сюрприз. Новая куколка Лол. Бегом открывать. Ребята, кто любит Лол, ставьте лайк. У Алины появились сюрпризики, ее мечта. Это 4-я серия I Spy. Послание! Алина уже все рассыпала. Смотрите, здесь ничего не понятно. Нам нужно найти увеличительное стекло. Вот так вот выглядит лупа. Диван плюс картошка. Здесь вопросик, неизвестно, кто будет. А это кто? Собачка появится. Также у нас ошейник. И пишем Е. Вот Алина написала букву Е напротив ошейника. А теперь посмотрим дальше. Кучу знаков Б говорит... Что он говорит? Кошечка говорит внизу. Что это? Это означает лапка. Ребята, это супер. Ребята, кто хочет, чтобы мы открыли все-все куколки Лол, ставьте лайк. Теперь я шпион с этой лупой. С лупой шпион? Шпионка. Шпионик тоже там появится, да, Лин? А теперь, ребята, время сюрпризиков. Открываешь. Вау! Что это? Кошечка. Да, это она. У меня ее как хозяйка есть. Ура, ура, ура. Ура, мне терпится ее увидеть. Вау, это кошечка будет. Ну что, нравится тебе Лол Пэтс 4 серии, да? Она умеет пускать пузырьки. У нее, конечно же, нет бутылки. Вот и она, кошечка, красавица. У нас такая девочка есть, Алина. Это из первого клуба. Сейчас мы откроем песочек, и Алина покажет вам, что же ей попалось поближе, да, Алин? Да. Классно. 4-я серия мне очень понравилась. И мне тоже. Розовые. Ищи, что там есть. Что-то выглядывает уже. Голубое что-то, мне кажется, туфельки. Да. Алина дальше вытаскивает тапочки. Алиночка, что ты хочешь отметить? То, что она из гламурного клуба. Вместо стикеров наклеивается вот такая наклеечка. И видно. Диван плюс картошка. Интересно, почему? Потому что она есть хочет диван и картошку. А, поэтому хочет диван и картошку. А ты не хочешь диван и картошку? Нет. А то я тебе могу предложить и диван, и картошку. Мама, смотрите, какие тапочки нам попались. С котятками. Пока Алина побежала за ее хозяйкой, покажу вам нашу киску. Смотрите, какие у нее бегудюшки, туфельки и моднючая платьица. Она из модного клуба, Алина мне сказала. Здесь еще есть жидкость. Мы думаем, что она пускает пузыри. Сейчас мы проверим. Так, я только одела эту собачку, Алина ее раздевает. Будем проверять, пускает она пузыри? Нет. Как нет? Ладно, для этого нам нужен саунд. Алина хочет высыпать весь песочек сейчас. И что сделать? Посмотреть, как она пускает пузырьки. Пускает она пузырики. Пока, ребята, надеемся, вам понравилось наше видео. Ставьте лайк, а теперь смотрите видео здесь, нажимайте сюда или вот сюда и посмотрите другие видео. Всем пока-пока, ребята. Всем пока-пока, ребята, а я выиграю.